Здравствуйте, а у вас тут есть разрешение на прием? У вас тут наливайка и приемка? У нас вообще-то приемка. Да, а есть разрешительные документы, чтобы приемка? Есть, а кто вы такой? Я глава администрации. Хорошо, покажите документы, пожалуйста. Так я ж не милиция, мне не надо документы показывать. Не, почему? Вы должны, обязаны мне показать документы. А кто вам сказал? Ну, я вам говорю. Вы? Да. Смотрите, я глава Днепровского района, Днепровской администрации. И я вам говорю, что я вам не должен показывать документы. Вы мне не должны. Хорошо. Я сейчас позвоню начальству. Разговаривайте. Если вы мне не должны, то я вам тоже. Я бы вам их с удовольствием показал, но я их с собой не ношу. Если бы я был полицейским, я бы носил. А так, у вас есть с собой паспорт? У меня с собой паспорт. А почему? Ну, вот я обязана носить паспорт? И я ж не обязан. Ну, вот видите. Что вот видите? Вы говорите, что я обязан, а я говорю, что я не обязан. Ну, конечно, если человек приходит и требует какие-то разрешения или что-то, он должен представиться. Я ж вам представился. Глава Днепропетровской. Днепровской администрации. Назарчик, к нам приехал глава Днепровской администрации и требует документы на разрешение приемки. Он сам, это мужчина. Да. Как вас зовут? Виталий Змиенко. Виталий Змиенко. Сейчас подъедет начальство. Я очень рад. Через сколько? Он сейчас подъедет, он тут. Спасибо. Пожалуйста. Буду ждать. Не, он сейчас быстро подъедет.